Традиционно на последнем звонке в гимназии звучит гимн учебного заведения, и первоклашки перенимают эстафету. Пятачки на удачу. Их подарили старшеклассникам самые юные ученики. Выпускники сами пишут сценарии, долго репетируют выступления, в котором благодарят каждого учителя, кто вложил в них не только знания, но и душу. Директор гимназии в своем напутствии сравнила педагогический коллектив с оркестром. Следуя этой аналогии, Людмилу Олеговну Пухареву можно назвать дирижером, который все свои силы и талант вкладывает в развитие детей и взрослых. Вы не представляете, как я рада, как давно мы не видели такой наполненный зал. Наконец-то у нас есть возможность собраться всем вместе, а тем более в такой замечательный день. Нам просто сегодня с вами повезло и с ситуацией, и с погодой. Спасибо, выпуск 2022 произнес в адрес каждого учителя. Но самые теплые слова, конечно, приготовили для своей классной мамы, Светланы Александровны Потаповой. Родители приготовили для своих детей и учителей музыкально-танцевальный подарок. А выпускники вместе с первоклашками станцевали свой последний школьный вальс. Ребят, большая дорога. Им строить свою жизнь, учиться, любить, достигать целей, быть полезными стране и близким. Через несколько дней начнутся экзамены. И в их преддверии мы узнали, о чем мечтают старшеклассники. Я буду самым популярным режиссером с этой страны, переплюну Бондарчука. Балабаева тоже переплюну. Я хочу поступить в Москву или в Питер на специальность гостиничное дело. Поступлю куда, как сдам экзамены, туда я поступлю. Хотелось бы, конечно, в Дальний Восток, в Дальневосточный федеральный, либо в Томский государственный, либо в Новосибирский, что вообще вот было бы максимально желательно. Я бы хотела стать профессиональным IT-специалистом, поступаю в УРФУ. Хочу поступить в ИТМО, это в Санкт-Петербурге, либо в СПбГУ. Ну, как по баллам тут уже получится. А направление? А направление информатика, вычислительные технологии. Я хотела стать химиком-технологом. Очень люблю химию и хотела бы связать жизнь с ней. Я буду поступать на лазерную инженерию или на биоинженерию, сдаю профильную математику и физику. Я хотел бы стать богатым, счастливым и здоровым. А если серьезно, то я бы думал насчет либо юриспруденции или насчет программирования. Ну и там много платят, и там очень интересная работа. Фундамент знаний, заложенных коллективом гимназии, поможет ребятам реализовать свои мечты. Скажу как мама одной из выпускниц. Мы вас любим, мы в вас верим.
Последний звонок прозвучал и для выпускников 40-й школы. 3 класса, 73 ученика отправляются на новый этап во взрослую жизнь. Впереди еще много значимых и памятных событий, а сегодня они прощаются со школой. Праздник улыбок и слез, воспоминаний и благодарностей. Теплые слова выпускникам прозвучали из уст представителей администрации города, Думы и Общественной палаты. Что хотелось пожелать? По большому счету, сегодня такое непростое время. Это, в общем-то, чтобы дети были... определились со своей дальнейшей судьбой, чтобы они были устроены в этой жизни, чтобы у детей было, состоялось все, что они, какие планы у них есть, выстроили, что они задумали. Ребята вступают в новую взрослую жизнь. Это, конечно, очень большая ответственность. Это не так все просто. Что можно им пожелать? Во-первых, удачи во всех их начинаниях. Как понятно, что у каждого будет свой жизненный путь, каждый должен пройти его по-своему. Пусть вот они проходят свой жизненный путь достойно, то есть гордо, значит, с гордо поднятой головой по жизни, чтобы все были успешными людьми и чтобы у всех всегда все получалось. Каждый класс приготовил сценку, отражающую школьные годы. Будущие ученики тоже подарили старшим товарищам милые стихотворения. По традиции ребят пришли поздравить и их первые учителя, вспоминая то время, когда сегодняшние выпускники только пришли в первый класс. Все эти годы фундамент знаний закладывали преподаватели школы, слезно провожающие ребят. И если учителя расстаются с детьми раз в выпуск, то директору школы Алене Юрьевне каждый год волнительно отпускать ребят во взрослую жизнь. Каждый год, провожая выпускников во взрослую жизнь, конечно же, испытывая чувство, наверное, горечи, потому что очень хочется вот эти мгновения продлить. Я, наверное, когда была классным руководителем и выпускала детей как классный руководитель, испытывала боль расставания. А сейчас у меня их каждый год по 3-4 выпуска. И мое учительское, директорское сердце просто разрывается от вот такого, наверное, чувства, даже не утраты, а то, что гордости, чувство гордости за то, что мы, учителя, смогли и родители смогли таких детей достойных выпустить в жизнь. Все ребята – талантливые дети. Среди них есть и лауреаты премии губернатора Свердловской области за спортивные достижения. Очень много ярких спортсменов, творческих личностей. С какими же чувствами расстаются выпускники со стенами родной школы? И о чем будут вспоминать? День очень важный и тревожный. Чувства только положительные. Нету ничего плохого на душе. Счастлив, рад, что один этап моей жизни пройден, начинается новый. С некоторыми учителями мы были на протяжении нескольких лет, и я буду очень по ним скучать. Никто не знает, что будет в будущем. Жизнь полна неизвестности. Главное, чтобы все было хорошо. С одной стороны, все-таки это были 11 замечательных лет. Все было очень весело, здорово и замечательно. Классные руководители, которые нас всегда поддерживали. А с другой стороны, конечно, очень грустно покидать стены школы. Но, опять же, мы вступаем в нашу взрослую жизнь, что очень замечательно. Последний звонок, конечно, очень трогательно, очень как-то тоскливо, так сказать. 11 лет проучились и сейчас вольные, так сказать. Со спортом есть планы продолжать, есть возможность. Пока что я еще думаю, все-таки как сдам экзамены. Было немного грустно, что 11 лет школы так пролетели незаметно. На досуге думала, буквально недавно пошла в первый класс, уже выпускаюсь. Как-то было грустно, но с другой стороны было весело, что я уже повзрослела и иду дальше. Столько лет провел в школе, много близких людей, учителя, которые нас поддерживали всегда. Наш классный руководитель, который никогда нас не отворачивался, всегда был рядом. Да и просто столько было моментов тут, что их просто не перечислить. Столько эмоций, поэтому я одновременно и радостно, и грустно. Мне очень приятно, что я попал в эту школу. Педагоги очень добрые, хорошие, отзывчивые. Можно поговорить, в принципе, обо всем, найти общие темы. Очень хорошо подготовили к ЕГЭ, которая вот совсем скоро. Выпускаюсь, даже не до конца осознал, что уже прошли эти годы.
Вот, но в принципе ощущение окончания достаточно добрые и хорошие. Обязательно вернусь сюда. Момент, который бывает в жизни лишь однажды. Впереди ребят ждет ответственный этап. То, к чему они так долго готовились – экзамены. Дети обучались по индивидуальным планам, углубленно изучали многие школьные предметы. Поэтому волна ЕГЭ должна для них пройти легко. Желаем всем выпускникам бюджетных мест в вузах, легкой взрослой жизненной дороги, удачи и успехов. В лицее номер 58 Росатома в этом году один выпускной класс. Это 23 ученика, которые, начиная с 8 класса, занимались по курсу углубленного изучения предметов физико-математического цикла. А классный руководитель Лидия Ивановна Хлынова была все эти годы рядом. Ведь для каждого учителя его выпускники – это частица жизни, которую они прожили вместе с ребятами. Активно проводили внеклассные мероприятия, участвовали во многих общегородских событиях. И вот все уроки позади, оценки выставлены, пришла пора прийти на свой последний в школьной жизни звонок. 11 А – это ребята творческие, креативные, обаятельные, интересные. Среди них есть победители конкурса «Сети атомклассов» и проекта «Школа Росатома». Это участники профильной смены «Наш класс атомкласс» в Международном детском центре «Артек», призеры конкурсов областного, всероссийского и международного уровня, муниципального конкурса «Ученик года 2021», регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. 11 А – победитель конкурса «Класс года». В этот день прозвучали напутствия и поздравления, и в первую очередь от директора лицея Полины Доминовой. Я, как всегда, с притчей. Маленький мальчик увидел, как бабушка пишет что-то на листке. Он подошел и спрашивает: «Это, наверное, про меня». «Конечно, внук, про тебя. А карандашом-то зачем?» «А я хочу, чтобы ты был похож на карандаш. У него есть стержень. И я хочу, чтобы у тебя был стержень. На всю жизнь карандаш пишет. И всегда после себя оставляет след. И ты оставишь след. Уважаемые выпускники, мы вместе с педагогами, и, я думаю, с родителями, точно знаем, вы в этой жизни обязательно оставите свой след на этой земле. Поздравляем вас!» Прозвучали трогательные мелодии под гитару, сопровождающий танцевальный этюд. Глубокий по смыслу и с тонким юмором видеофильм с участием учителей. Сценка из ближайшего будущего о ЕГЭ вперемешку с воспоминаниями с уроков. Традиционные цветы выпускников своим мамам под аплодисменты благодарности. Ответное слово от родителей, испытавших бурю чувств в этот особенный для всех день. И, конечно, прощальный школьный вальс. Just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Последний звонок – это время прощаться со школой, детством и юностью. Время пролетело незаметно. Как много событий произошло за эти годы. Конечно, не обходилось без волнений и переживаний на разных этапах школьной жизни. Но тем и ценнее опыт, полученный учениками в стенах лицея. Противоречивый. Знаете, я очень рад оказаться в этом моменте. Я давно об этом мечтал, все время представлял, как это будет выглядеть. И вот у нас сегодня все получилось. Получилось очень трогательно. Ну а почему противоречиво? Потому что было на самом деле очень грустно прощаться с этим местом. Я по секрету скажу, я даже когда выступал и рассказывал стих, меня очень сильно слезу пробило. Вот. Мне кажется, многие это заметили. Мы были счастливы, мы были рады. Вот этот вот вечер буквально вот с семьей и со школьной семьей, он прошел невероятно, загадочно и волшебно. Каждый сказал свои слова благодарности, о которых хотел давно сказать. Сказать огромное спасибо, выразить нашим любимым учителям. Конечно, будем скучать по этому месту. Мы любим, мы проросли, приросли к нему буквально за 11 лет. И это просто, это школа второй дом. Не давали себе слабину. И, ну, конечно, это очень трогательно, очень чувствующе. И,
конечно, на всю жизнь запомнится. Некоторые все-таки пустили слезу. Это, конечно же, понятно. Такое событие, которое буквально касается всех из нас. На душе очень светло, очень радостно. Прошло все очень эмоционально. Мы успели посмеяться и поплакать, и наобниматься друг с дружкой. В общем, все прошло так, как мы запланировали, и даже лучше. Очень волнительно выпускаться. Понимаем, что это вот последний день, вот так вот официально все. На самом деле вообще слов нет, потому что очень волнительно, хочется прожить этот момент, как бы запомнить его навсегда. Последний звонок – это черта между беззаботными годами в школе и жизнью осознанного взрослого человека. Быть может, сегодняшние выпускники в силу своего юного возраста осознают это не до конца. Но вот их родители это хорошо понимают. И для мам и пап этот день навсегда останется в памяти. Все вспоминается, как они маленькие сюда пришли, мы их привели, да, и вот-вот уже стоят на сцене. Мы тоже стоим, поем для них песни. Уже вот скоро следующие подрастают выпускники. Так что грустно, очень грустно, да, в этот момент. Но впереди веселая жизнь. Ребята пойдут к своей цели, и будет все у них отлично. Я волнуюсь. Вот, главное, чтобы я знаю, что они пойдут дальше, все у Сашки у моей, и вообще у всех деточек будет все прекрасно, все будет хорошо. Вот и все. Главное, чтобы они были счастливы. Я рада за наших детей, за то, что у них сегодня прозвучал последний звонок. Мы желаем им удачи на экзаменах, удачи в поступлении в те вузы, куда они хотят. Благодарим школу за то, что наши дети здесь учились, приобрели большой опыт. Благодарим всех учителей. Душевно и трогательно прошел последний звонок у 11 А в лицее 58. Было ярко, искренне и впечатляюще. Такими запомнятся выпускники 2022 года. Их имена и судьбы навсегда вписаны в большую книгу истории жизни общего дома – лицея Росатома. А сегодня у детей все только начинается. Под звуки духового оркестра встречали выпускников и их родители в детской художественной школе. Традиционно в преддверии последних звонков, которые звенят для учеников в школах, лицеях и гимназиях Новоуральска, проходят итоговые события в школе искусств и художественной. В ДХШ 20 мая состоялась торжественная защита дипломных работ. В этом году здесь все по-особенному. Все вернулось в доковидную эпоху. И после длительного перерыва защита прошла вновь в присутствии волнующихся за своих детей мам и пап, любимых педагогов, а также всех выпускников. Каждый, кто защищался в этот день, отмечал волнительность и важность момента. Эти 8 долгих, ярких, красочных, но очень запоминающих лет прошли буквально как один миг. И это очень радостное и в то же время печальное событие, потому что детская художественная школа стала поистине вторым домом для нас. Во-первых, это, конечно же, знания, которые мы здесь приобрели. Во-вторых, это друзья, очень много знакомых, очень много учителей, которые поистине нас поддерживали на протяжении всех 8 лет, постоянно нам помогали советами и какими-то жизненными уроками. По 3-4 часа в день мы проводили в этих стенах и каждый день учились чему-то новому. Учились дружить, учились общаться, рисовать, лепить. Я думала, что мне больше нравится педагогическая деятельность, но с художественной школой я могу ее связать тем, что я могу преподавать у маленьких детей, которые только-только пришли в художку, и подарить им как раз-таки этот разнообразный мир красок и привить им любовь просто к этой деятельности, и чтобы они тоже смогли шагать по этим стопам. В 2022 году из стен художки выпорхнули 62 выпускника. Они достойно представили экзаменационной комиссии свои работы. А ее председатель, в этом году им стал преподаватель Свердловского художественного училища имени Шадра, член Союза художников России Руслан Фатхисламов, отметил высокий уровень новоуральцев. Школу мы эту знаем, давно с ними сотрудничаем. Не первый год проводим здесь выставки.
Выпускники этой школы традиционно показывают высокий уровень. А выпускники этой школы поступают к нам в училище и продолжают свое обучение в наших стенах. Поэтому это такое у нас взаимное сотрудничество по поддержке и выявлению одаренных детей в сфере изобразительного искусства. Искусство, оно формирует в детях умение, наверное, видеть прекрасное в том, в чем обычный, может быть, человек не замечает. То есть это эстетическое развитие, это такое углубленное культурное развитие. Поэтому, конечно, не всегда и наши студенты, и выпускники школы имеют такие характерные черты характера и темперамента. Годы учебы в стенах художественной школы – это годы упорной работы, вдохновения, поиска. Все выпускники яркие и неповторимые. Каждый из них по-своему талантлив. Все ребята смогли за годы обучения пройти большой и ответственный путь. Они много трудились, чтобы достойно выдержать этот финал. Каждый выпускной особенный и для всего коллектива художки. Выпускаются и ребята с предпрофессиональных программ, и ребята, освоившие общие развивающие программы, и даже небольшой выпуск из села Тарасково, ребят. Это так здорово. Ребятки у нас, как всегда, очень хорошо заканчивают художку. Выполнили свои дипломные работы, и мы уже видим с вами выставку в нашем зале. И надеемся, что она появится, как всегда, в галерее под открытым небом. А мы очень рады и любим наших ребят, и рады, что заканчивают они нашу школу очень хорошо. Абсолютное большинство на четверки и пятерки. И я знаю, что учебные заведения в сфере изобразительного искусства, культуры, архитектуры города Екатеринбурга уже ждут выпускников Дахишанова Уральска, как это и всегда бывает. Желаю им светлого пути, доброй дороги, любви, радости. И пусть художка всегда остается теплым очагом, теплым местом, куда можно вернуться. Пусть большая и взрослая жизнь, в которую вступили выпускники художественной школы, будет расписана яркими красками. А дипломные работы можно увидеть в выставочном зале ДХШ. Торжественное вручение свидетельств прошло традиционно и в детской школе искусств Новоуральска. Здесь в этом году 71 выпускник. Дети окончили обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального и хореографического искусства, музыкально-компьютерных технологий и диджеинга. Из них с отличием окончили музыкалку 26 выпускников. Трепетный день выпускники говорят спасибо своей родной музыкальной школе и всем педагогам, кто был все эти годы рядом. Мне дали много знаний, это невероятный опыт, возможно, он пригодится в жизни. В любом случае, если я не поступлю в музыкальное училище, я буду играть дома, играть для себя, для друзей, семьи. Я как бы и рад, но одновременно есть небольшая капелька грусти, потому что я оканчиваю эту школу и очень сильно к ней привязался, к тем людям, которые меня многому научили в этой жизни. Я планирую поступать в Екатеринбургский колледж имени Петра Ильича Чайковского. Я заканчивала фольклорное отделение на пятилетней основе. И вот после 2 лет отдыха я вернулась, чтобы подготовиться для вступительных экзаменов в институте. А куда планируешь поступать? В Челябинский институт культуры. Хочу сказать огромное спасибо. Просто я знаю, что многие, кто приходит в музыкальную школу, они как-то... Некоторые просто не могут найти правильный подход. И из-за этого у учеников появляется некое отторжение к музыке. Но мне супер повезло со всеми учителями. Я прям влюбился в музыку и решил связать жизнь с ней. Каждый выпускник в рамках итоговой аттестации продемонстрировал теоретические знания и практические навыки по своей специальности. Это игра на музыкальных инструментах, умение разбираться в стилях и жанрах произведений композиторов разных эпох, владение основами хореографического искусства и народного музыкального творчества. Ведущие преподаватели Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, Уральской специальной музыкальной школы, Свердловского мужского хорового колледжа и Нижнетагильского колледжа
вкус. На выпускных экзаменах высоко оценили уровень подготовки новоуральских учеников детской школы искусств. С одной стороны, конечно, это легкая грусть, потому что наши ребята выросли, и они сегодня выходят в большую жизнь. А с другой стороны, конечно, это огромная радость, потому что это большой труд наших родителей, детей, что они на протяжении 8 лет обучались в нашей школе и смогли успешно сдать выпускные экзамены. И, конечно же, я уверен, что наши ребята будут продолжать обучение в творческих образовательных учреждениях. Сегодня обучается 58 новоуральцев в творческих учебных заведениях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. И, конечно, наши ребята, они с гордостью несут знамя нашей школы и всегда с теплом говорят о нашем городе, о той заботе, которая окружает всех детей в нашем городе. Экзаменационные работы выпускников всех образовательных программ были отмечены комиссиями на высоком профессиональном уровне. И это подтвердилось экспертными заключениями по итоговой аттестации. В добрый путь выпускники детской школы искусств. Выпускного вечера в Центре внешкольной работы открыли звонкие голоса ребят из студии «Консона». Символично в этот день прозвучали известные почти каждому крылатые качели. Детская песня из советских времен – символ счастливой и беззаботной детской поры, с которой рано или поздно прощается каждый из нас. Месяц май – пора выпускных не только для школы, но и для учреждений дополнительного образования. Торжественный прием выпускников директором центра состоялся на этой неделе. Песни, которые открыли наше сегодня мероприятие, песни о детстве и о мечте. Обязательно мечтайте, и все в вашей жизни сбудется, и ставьте цели. Спасибо и низкий поклон нашим педагогам и нашим родителям, которые привели к нам в центр детей и выбрали здесь для них свое направление развития или несколько направлений развития. У нас есть ребята-ударники, которые занимаются в 4 и в 5 объединениях центров внешкольной работы по разным направленностям дополнительного образования. Сегодня вы получаете документ. Это документ главный для вас в вашем развитии, в вашей социализации, в возможности найти друзей за весь период обучения в центре внешкольной работы, получить определенные навыки и умения в том направлении деятельности, которое вы выбрали в нашем центре. И, конечно, я думаю, за те годы, когда вы учились, вы очень многое получили от каждого педагога, с кем вы занимались. Юноши и девушки, а в этом году из стен Дома пионеров выпускается 70 ребят, получили долгожданные свидетельства об окончании программ дополнительного образования. Впереди у каждого из них новые пути и новые открытия. И все же в родном центре внешкольной работы каждый ребенок и подросток останется ярким лучиком. Дорогие наши выпускники, мы, конечно же, очень гордимся тем, что в нашем центре обучались такие замечательные, талантливые, неординарные, просто очень успешные выпускники. И мы очень надеемся, что все, что вложили в вас наши педагоги, оно обязательно будет в ваших успехах отражаться. Это вам поможет поступить в те вузы, в которые вы рассчитываете поступать. И, конечно же, вы добьетесь больших успехов. Мы ждем вас, уважаемые выпускники, у нас в центре. И очень будем наблюдать за вашим профессиональным ростом. Вы, мои дорогие детки, отсюда унесете частичку моей души, моей любви, гитаре к нашим занятиям незабываемым. Вы каждый останетесь навсегда у меня в моем сердце. Я буду вас помнить, любить и всегда ждать в
гости. Сегодня на базе ЦВР свою деятельность осуществляют более чем 70 объединений. Направления такие же разные, как занимающиеся здесь ребята. Музыкальные, вокальные, танцевальные, художественные и технической направленности, а также объединения личностного роста. Многие из обучающихся свое будущее планируют связать с определенной профессией, а занятия с педагогами центра становятся для подростков отличным подспорьем. Я занималась в детской телевизионной студии. Здесь в ЦВР около, если я не ошибаюсь, 3 лет. Вот. И вообще детская телевизионная студия мне дала, умение, навыки снимать видео, грамотно монтировать их, потому что раньше я думала, что я их умею монтировать, оказалось, нет. Вот. А также писать подводки к репортажам. Вот. Поэтому это мне пригодится моей будущей профессии, потому что я как раз хотела бы стать журналистом. Мы выпускаемся из детского инициативного центра. Мы работали в детском лагере «Самоцветы» как помощники вожатым. Мы работали с детьми и в течение года развивали лидерские качества. Есть небольшое волнение, а так все замечательно. Мы рады тому, что мы находились здесь и научились многому. Что хотелось бы сказать всем, кто с вами вместе учился, проходил этот путь? Хотелось бы сказать, быть смелее, ничего не бояться и идти только вперед. Я очень давно, еще в 7 классе, хотела заняться чем-то. Я ходила на разные секции, и мне очень понравилось здесь. Это одна из тех, которых прям вообще очень-очень понравилось. Я 4 года сюда проходила. У нас очень-очень добрый педагог, она всегда поддерживала нас, учила новому, рассказывала, как лучше, давала советы. Вот. Коллектив у нас хороший, но у нас постоянно менялся каждый год. Вот. И не успевали дружить, но достаточно сплочались тоже. На самом деле мне очень грустно, потому что я заканчиваю школу и заканчиваю ЦВР, и я понимаю, что начало уже новой жизни. Вот. Но и это останется навсегда в памяти, детские воспоминания. Вот. И все равно как-то грустно уходить отсюда. Я занимался по направлению обучения игры на гитаре. Мне очень понравилось заниматься этим. У меня есть определенный талант. Занимался я около года и заканчиваю сейчас, потому что перед этим я закончил еще музыкальную школу. Я обучался там 5 лет. Здесь очень хороший педагог Фильчукова Виктория Ивановна. Я с ней работал в музыкальной школе, и здесь она перешла сюда, я решил тоже поработать здесь. Если говорить о выпускном, какие эмоции сейчас испытываешь? Определенно счастье, радость, но все равно я буду продолжать заниматься игрой на гитаре, может быть, не здесь, но в другом месте точно. Учебный год подходит к финалу. Настает время подводить итоги, но для выпускников это особый момент. Незаметно повзрослевшие мальчишки и девчонки теперь вступают во взрослую жизнь и расстаются с дорогим сердцу местом. Но попрощаться им придется не навсегда, а лишь до новых встреч.